«Гребаная перепалка». Итак, добрый вечер. Я приветствую всех слушателей самой попсовой радиостанции. Это программа «Перепалка», в которой мы обычно слушаем рэп. И наших гостей. У меня совершенно сегодня вот такое замечательное настроение. Ехал в метро, увидел такую красивую девушку, села напротив меня. И просто я прибежал сюда. Тут, оказывается, меня уже ждут гости. Сидят в эфирной рубке, пьют чай. Все они разбежались, и осталась только одна. Одна единственная, неповторимая. Это прекрасная, замечательная девушка. Мало того, что она обладает внешними прекрасными данными, она еще и поет, и вы все знаете ее, это певица Лама. Все у нас в студии встречают ее бурными аплодисментами, Ромчик похлопает. Вот, я приветствую тебя в нашей студии, спасибо, что ты согласилась принять участие в нашей программе. Я понимаю, что, наверное, как бы тематика обычная нашей программы не совсем как бы коснулась тебя по жизни, то есть рэп, хип-хоп и все остальное, но это не беда. Я просто обычно приглашаю совершенно разных публичных известных людей, потому что у меня есть много вопросов от молодой, скажем так, хип-хоп аудитории, на которые могут ответить публичные люди, которые не связаны с этим жанром музыки, но просто есть какие-то вопросы касательно, как поступать в жизни, какого-то личного жизненного опыта. И это интересно для молодой аудитории услышать мнение человека публичного, то есть чего-то уже добившегося в жизни, а стало быть, его мнение для этой аудитории, еще молодой, такой вот эмоциональной, оно является более весомым, ну как бы авторитетным. Вот, поэтому как бы я тебя не буду мучить вопросами про рэп, а буду мучить всякими другими вопросами. Первый вопрос, который хочу тебе задать. Знаешь, вот у каждого человека есть любимые артисты, да? Вот у меня как бы есть много там своих любимчиков. Вот одна из моих любимейших певиц, но это чисто мой субъективный вкус, это певица Шаде. И вот в чем я заметил схожесть. Я совсем недавно наткнулся на одно из твоих интервью последних в сети. И там был вопрос у тебя, тебе задавали вопрос, связанный с дуэтами. Вот, хочешь ли ты с кем-то записаться? Приходили ли тебе какие-то предложения? И вот я задумался над тем, что вот моя любимая певица Шаде, она за всю свою карьеру, она поет с 80-х годов, ни разу ни с кем не сделала дуэтную песню. Только на сборнике ее хитов, который вышел 2 года назад, есть одна песня, где есть куплет Jay-Z, но это диджейский микс, в который вставили его как бы акапелку, ее песню, там Moon in the Stars, и как бы получился такой как бы совместный трек, и это попало на официальную компиляцию хитов. Хотя они в жизни так никогда не видел, чтобы вместе выступали. И все остальное. Скажи, пожалуйста, вот это отношение к совместным трекам, которые услышал от тебя, и вот которые, смотрю, провел такой аналог как-то из своих любимчиков, с чем он связан? То есть вообще никогда не возникает желание сделать дуэтную песню? Или к тебе не обращаются этим предложением, потому что твоя музыка настолько самобытно отличается от большинства того, что мы видим на нашей украинской эстраде? Ну, я думаю, що це зв'язано з тим, що ви тільки що сказали. Добрий вечір всім, добрий тому вечір, що я не привіталася. Я извини мене. Сразу пау. Ну, з іншого боку, в нас не було потреби шукати для себе, наприклад, виконавців, з ким співати, тому що дійсно музика самобутня, є репертуар, пісні, які ми пишемо, і в цьому не було потреби, щоб з кимось співати, там, чи за рахунок когось якось себе обычно проявити. Обычно з таких меркантильних соображень да. Делаються совместні треки. Швидше всього, що в таких моментах. З іншого боку, там, наприклад, інших пропозицій також не було, тому що мій вокал специфічний настільки, що в дуеті він може дуже дивно звучати, тому що, ну, від стандартного голосу відрізнятися. Бить сильний резонанс. Да, тому що в мене такий субтон низький і, ну, він, в принципі, по-різному проявляється, але я навіть помітила в різних там фестивалях, конкурсах, хто брав співати, наприклад, з учасників мою пісню, то у них не дуже з цим виходило. Ось, дуже важко передати стани або переспівати якось. Ну, а ти як, тобі це льстить, що іменно твої композиції ніхто не може спіти подобне оригіналу? Ілі наоборот, ти як ти думаєш, ой, ну, як тобі, от, як ти відчуваєш, коли ти бачиш, коли чоловік бере твою пісню, участвує з нею в якомусь конкурсі, і у нього, ну, не виходить, тобто він не може передати цю атмосферу, і, тобто тобі це льстить, ти як би чуєш свою самобутність, унікальність, от, ілі ти дуже спокійно до цього відносишся? Я, в принципі, я не реагую на це якось там негативно, що от там не заспівали, що, ну, це підкреслює те, що я, наприклад, коли наш трек звучить на радіо, і він впізнається зразу розумію, що це є Лама. Коли я їду в таксі, наприклад, просто сказала «Добрий вечір, мені треба туди їхати», і мене таксіст, якщо навіть зовнішньо не впізнав, але впізнає зразу по голосу моєму. Тому я розумію, що аналогів на Україні, ну, в принципі, там схожих голосів немає, і це дуже важливо для артиста – виділятися, бути специфічним, тому що це є запорука успіху в цьому плані. Це відрізняє, тому що коли звучить дуже багато різних голосів, один на одного схожий, там,
це треба або мати взагалі дуже сильно писати музику, щоб це була музика, яка пробиває там з таким, скажімо, чи посереднім голосом в плані, ну там не унікальним. Ну, в даному випадку краще для артиста, щоб все склалося. І голос, і пісні, і все. Для успіху. Хорошо, а це дуже класно для артиста мати свій неповторимий стиль. Ну, от тоді тебе такий вопрос. А как ты сама относишься к кавер-версиям, ремейкам? То есть вот, вот когда артист берет чужую песню и исполняет ее по-своему. Я вот скажу, например, что я иногда в своей жизни встречал, например, вот кавера на песню, например, Depeche Mode, Enjoy the Silence, да? Когда вот, например, какая-нибудь барышня берет и в лаунж-обработке перепевает эту песню. Мне даже иногда больше нравится, чем оригинал. Но вот, например, есть такие уникальные артисты, вот как ты, у которых свой тембр, своя подача, звуковая, может быть, какая-то форма от материала, да? Особенность. Что сколько людей не пытается их перепеть, у них ничего не получается. Вот, например, я не вижу, ни разу не слышал крутого кавера на Шаде. То есть вот, и поэтому вопрос тебе, а ты хотелось бы, есть ли такие песни, которые тебе настолько нравятся, что ты вот иногда сидишь и думаешь, вот взять бы ее по-своему как-то перепеть, переаранжировать, или вообще не возникает таких пока на данном этапе карьеры мыслей даже? Но ну, я просто не верю, принципі, що тобі не подобаються якісь композиції. Ні, ну мені щоб... подобається, дуже мені Адель подобається, там і Мюз, і ну, у нас навіть є одна кавер-версія на пісню Sweet Dreams. Sweet Dreams, да. В смислі Eurythmics Sweet Dreams? Так, да, Eurythmics, тому, ну, і це також ми не заплановано це робили, тому що нас запросили були на, якби, на концерт великий, дискотека 80-х. І нам просто, було зробити кавер. І вони нас заставили зробити кавер, дали список, і нам підійшов Eurythmics. Неужели ламу можна заставити щось зробити? Ні. Трудно віриться. Я її просто заспівала по-своєму, я не копіювала. І вважаю, що якщо робити якісь кавер-версії, то не треба копіювати артиста, треба робити по-своєму. Так само, як же Мерлін Менсон зробив на цю ж саму пісню свою кавер-версію. Чи на Depeche Mode. Воно тоді цікаво, так. Хорошо. Ну, ты знаешь, вот, например, вот если ты затронула вот Мерлина Мэнсона, я был на его концерте последнего, когда он приезжал в Киев в прошлом году. Больше всего зал в нашем Палате спорта как раз прореагировал на кавер песни Sweet Dreams Eurythmics и на кавер песни Personal Jesus, да, Depeche Mode. И я подумал, блин, как это жалко такого артиста, у которого самые такие, ну, может быть, это для нашей аудитории. У него дуже крутой вокал от да, Мерлин Мэнсона. Но как это жалко иногда бывает артиста, который, может быть, у себя в Америке там или где он известен своими композициями, но для нашей аудитории самые яркие его хиты — это кавера на чьи-то уже хиты. И я думаю, блин, ну от все-таки ты — это не тот случай. То ну, есть... Це дуже часто з нашими артистами. Нема своїх пісень, вони за рахунок каверів, там, це кінець програми, типу, у них кавер-версія, це от ну, да, все. Ну да, любителям караоке посвящается. Да. Я просто вот иногда думал, знаешь, когда смотрел передачу, вот, если мы берем вокалистов, да, вот есть один известный, очень как бы признанный вокальный мастер своего дела, это, например, Сергей Пенкин. Но в его карьере, его хита, ни одного нет. Вот какой есть хит у Сергея Пенкина? Ну, знаешь, то есть даже... На Киркоров також, він вибився за рахунок хитів, там, Дітера Болена колись, от ти всіх пісень. Да, но у Киркорова в его репертуар есть и свои хиты, понимаешь, там ты... Это пізніше. Да, но все равно они есть. То есть, а вот как бы по этому вопросу, смотри, вот бывает ли такой момент у артиста, когда, например, вот как ты считаешь, что нужно делать артисту в тот момент, когда его личное вдохновение как бы идет на спад? Ну, жизнь, она волнообразна, да, как бы, и есть, конечно, классно, когда артист пишет, у него такой он весь там, а бывает вот раз и все, и списался, как говорят. Что лучше делать такому артисту? Брать на вооружение кавера, как-то разбавлять свое творчество, сотрудничать с другими авторами, или может вообще, вот как там Юрий Антонов, он новых песен, по-моему, не пишет вообще, но мечты сбываются, поется 20 лет подряд, и все равно все хором подпевает, и летящая походка, и больше нам ничего нового не надо, в принципе, от Юрия Антонова, он же все, что надо, в жизни написал. Как ты считаешь, что делать артисту, когда приходит вот такой творческий спад? В кожного доріжка своя. Якщо цей артист може співати кавери дуже добре, якісно, і воно може спрацювати, то нехай будуть кавери в той період. Якщо навіть людина не за цей варіант, а, наприклад, списався, там не виходить написати пісню, нехай краще ця пісня, ну, все рівно, в будь-якому випадку пісня напишеться. Можливо, це не є хіт, не синглова, посередня там, скажімо, але красива пісня, то її треба випускати. Я вважаю, в всякому разі не потрібно пропадати. Тому що все рівно час прийде, все рівно ця пісня напишеться. Ну, не буває такого. То есть уходить в запой на 4 года, там, нигде не появляться. Ты знаешь, вот если мы берем, например, ну, это, конечно, у них западная индустрия, у них там есть продажи дисков, там скачивание платных. У нас в этом плане все, конечно, хуже. Но вот такой пример тебе просто приведу. Мне этот пример очень льстит, потому что все-таки я как бы рэпер и люблю хип-хоп. Да, вот, например, проводилось исследование официальное
самых продаваемых артистов первой декады 21 века, то есть с 2000 по 2010 год. И самый продаваемый артист в США, вне зависимости от жанра, был Eminem. Зараз Кенни Вест. Да, сейчас, может, Кенни Вест. Но это вот за 10 лет имеется в виду. И получается, что первый альбом Eminem вышел в 99-м году, хотя он, ну, это не засчитывается. А вот начиная с 2000 года по 2010. И в этот промежуток этих 10 лет он 4 года ничего не выпускал. Он тупо гасился наркотой, весь высушился, и, то есть был в клинике, реабилитационные дела. И все равно он продал больше всех дисков, чем все остальные музыканты в Америке, вне зависимости от жанра. Мне, как человек, который любит рэп и хип-хоп, это очень льстит. Но просто я имею в виду, что ты говоришь, что не стоит пропадать. То есть и некоторые артисты могут за 2-3 года так навести шороха, что даже если они потом пропадут на какой-то период лет, они как-то еще но, могут... Но это не в нас. Потому что у нас география маленька, Украина, там особливо українському артисту. А в нього дуже велика типу планета, він може і пропадати собі дозволити. Просто їздити по концертах на цьому гроші заробляти, особливо з цього приводу не паритись. А такий вопрос к тебе, смотри, так как ты вот только что озвучила определенную особенность именно нашего отечественного шоу-бизнеса, вопрос такой, насколько, ну, из-за этого, конечно, труднее нашему артисту, насколько нашему артисту нужно больше шевелиться, вот, приходить в разные ток-шоу, кулинарить на разных каналах, висеть на обложках разных журналах, рекламировать, возможно, определенные виды товаров. То есть насколько вот эта деятельность артиста должна выходить за рамки просто создания музыки, материала и быть как бы деятельностью направлена 360 градусов, то есть полностью везде. Вот тебе для поддержания своей популярности приходится вот идти на какие-то компромиссы, делать какие-то вещи, которые как бы, ну, ты особо как бы никогда не думал этим заниматься, ну, как бы, почему бы нет? Вот. Или поступают, может быть, такие предложения, которые ты даже отклоняешь, но иногда ты задумываешься, а вот почему бы нет? Как ты относишься к тем артистам, которые делают так вот? Такой комплексний вопрос. Я просто за ці роки зрозуміла таку штуку, що все ж таки ці варіанти без музики не працюють. Скільки би ти не ходив на то шоу, там, кулінаріо, там, чи задницею не крутив, да. Порошком, все рівно, якщо ти не випускаєш альбоми, якщо немає музики, особливо в моєму випадку, тим, якщо я себе проявила, наприклад, і подала на цьому ринку, як, ну, хороша група, хороший музикант з якісним матеріалом, взяла премію MTV Music Awards 2007 році, да. То це якось дико, якось по-іншому себе подавати, просто люди цього не розуміють. Вони вже мене не сприймуть в такому випадку. Вони звикли мене бачити, що так, отак, 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 така зачіска, тобто, щоб, не дай Боже, щоб я десь там змінилась якось по-іншому. Тому в моєму випадку це не працює. Працює там, можливо, в клоунів, наприклад. Ті, хто вміють грати в цирк, і, можливо, вони за рахунок цього якось там себе знаходять. Ну, піднімають, да, свою заробітну плату, скажем так. Да. Хорошо. А вот приходили ли когда-нибудь у тебя желание вот изменить имидж, если ты затронула такую вещь, то есть у тебя никогда само не возникает желание как-то измениться, или просто ты считаешь, что твоя фанатская аудитория, твоя фанатская база, она тебя не воспримет другой? Вона мене не сприймає. Ми тільки зробили, наприклад, зняли кліп на пісню «Не підведи», де я в образі робота. Я видел, да. Кстати, хороша відеоробота. Ні, робота а хороша. А вона, кстати, нетипічна. Вона нетипічна, ну, люди хочуть мене все рівно бачити з кучерявим довгим чорним волоссям, з крапкою. І тому в следующем кліпі ти вже йдеш. Я пішла, і, в принципі, да, пісня ця качає на концертах дуже добре, але я розумію, що мені не потрібно цей образ змінювати, тому що я себе в іншому образі можу по-іншому поводити взагалі в житті. Він дуже впливає, коли ти виходиш на сцену своєю рок-групою. Разна маска, разний роль. Да, якщо в мене, ну, в принципі, я не граю в ролі, але воно якось підсвідомо впливає на походку. Это на... даже просто одежда обязывает. То есть в строгом костюме вряд ли ты будешь себя вести так же раскованно, как в тренировочных там штанах. Да, я навіть на каблуках не виступаю. Я спеціально, в мене взуття на такій платформі, що воно як в тапках, що я можу скакати, там бігати. А-а-а. І воно все, воно заводить. От ми тепер зараз дуже багато концертуємо, недавно приїхали, такі заряжені всі енергією, і мені це дуже подобається, коли повні зали і співають всі наші пісні. А вот такой вопрос, смотри, вот у тебя такой образ, ну как сказать, вот если на него посмотреть, образ такой вот женщины, в которой есть какая-то небольшая тайна, загадка, очень сдержанный образ, не вызывающий, не кричащий. А в нашем, особенно отечественном шоу-бизнесе, из-за того, что как бы качественной музыки и людей, которые хотят заниматься музыкой, вот просто творить, их не так много, как тех людей, которые приходят в шоу-бизнес просто ради того, чтобы прославиться. Вот я не знаю, может, ты видела последний клип группы «Ленинград» на песню «Сумка»? Не, не бачила. Вот посмотри обязательно, даже не фанат творчества, там вообще Шнур не поет, просто выстебывается вот этот образ. А про Шнура мне рассказывали, как он выходит на сцену недавно. Не, это не то вообще. Там клип у них просто про то, что они стебут в клипе образ такой барышни, у которой есть деньги,
и очень большое желание, чтобы на нее смотрели. Такая светская львица. И она приходит к режиссерскому компанию по продакшену и такая, типа, я сама придумала сценарий своего клипа. Все должно быть мистически, шикарно, на мене должны все смотреть. І тут весь кліп, они вистёбываются. Такі, і такі чувіхи, вони ж готові мільйони платити, щоб мільйони. Десь на радіо бути, ви розумієте? Я на не розумію смисла. Везде. Ну, як смисла? Є багата жінка, у неї є деньги. А вона ж не оправдується. Ну, у неї є куча свободного времени, і їй просто нікуди його потратити. Поэтому, виходить, і губи накачаний ботоксом, і зроблені с**ки, і кліпи, в которых весь кліп, вона от така з губами стоїть. Тобто, у цих людей ніколи не буде тура по 40 городам страны. Не, во-первых, потому что публике это не надо. Во-вторых, что им самим это не надо. Им главное появиться в светской хронике с Катей Сачи и будет подписано не просто там такая-то, такая-то там жена богатого мужика, а будет подписано такая-то, такая-то певица. Какая певица, никто не знает, но неважно. Ты не из этой рубрики, но к тебе такой вопрос. Вот, например, в последнем видео ты вот такая в стиле Эрики Баду, у нее тоже есть такой клипчик, где она идет как бы по городу и снимает себе плавную одежду, и остается в конце голой, там ее снайпер в конце убивает, она падает. А ты вот сидишь на песке такая вся красивая, обнаженная, но это все выглядит очень не вульгарно, очень так сдержанно и круто. Скажи, пожалуйста, как ты сама относишься к эксплуатации в шоу-бизнесе вот таких животных инстинктов, вот когда эксплуатируется сексуальность, в общем, какие-то вот такие штуки, чтобы привлечь народ, чтобы завлечь. Вот, я понимаю, что ты в этом ты в своем творчестве как бы не нуждаешься, наверное, в таких делах, но просто посмотрев твою последнюю видеоработу, я просто как бы сам вот, как бы вот к такому вопросу подошел. Ну, в этом клипе у меня есть смысл. Не, те, що понятно. Я залишилась гола, це означає, що я залишилась справжньою, чесною, тому що коли я починався кліп з того, що я була одягнута в дорогих брильянтах, і це, напевно, було і помітно в кадрі, що це не моє, що я навіть толком і ходити так не можу там на тих каблуках. Ні, я зрозумів, що смисл кліпу не просто показати голе тіло і цим привести слухачів. Тим більше ти появляєшся обнаженою тільки в самому кінці кліпу, ти якби, ну, прикрита, якби нічого там немає, експлуатація, типу, от я, посмотрите на мої сіки, все тобто, поэтому... Хоча могла б показати, тому що нема чого стидатися абсолютно. Ну, є що показати. Ні, ну насправді, тому я не займаюся чомусь цим, тому що розумію, що є музика, для чого мені. А ті, хто це експлуатують, у них на першому місці це стоїть, тому що за цим іншим нічого більше немає. Тому вони мусять це робити. Вони на цьому заробляють гроші буквально там, ну може протримається цей проєкт рік-два. Все, потім вони мусять вже когось іншого шукати, бо вже так довго не може бути. Ну так, тобто, яка б не була красива грудь, з годами, вона старіє, а пісні, якщо вони прекрасні, вони стаються вічними навсегда. Вони назавжди будуть, як і Rolling Stone. Yesterday и все остальное. Да. А такой тогда к тебе вопрос. Вот в одном из интервью где-то прочел, что ты, в общем, вот в каких-то таких вопросах, касающихся отношений между полами, там, семьи, ты достаточно консервативный человек. И вот услышишь такую фразу, что тебе не нравятся мужчины-альфонсы и мужчины-метросексуалы. Угу. То есть это мнение, оно как-то меняется с годами. И, ну, про альфонсов это понятно. Когда мужчина зависит в финансовом плане от женщины, он теряет свой статус альфа-самца. Угу. И как бы он уже не может быть защитой, крепким плечом. То есть, ну да, это уже как бы типа не мужик. Но вот насчет метросексуалов. То есть метросексуалы, мужчины, которые очень следят за собой, они уподобляются женщинам в плане заботы о своей внешности, подтянутости, духи, там, модная причесочка, гелем там челку себе накрасил. То есть это как бы не геи, но это мужчины, которые вот настолько следят за своей внешностью, что они немножко как бы этим уподобляются женщинам. Ну да, что в думках может спасти думка, вдруг он гей, потом через 5 років не знаешь, что он достал. Налево ходить. Ну вот, почему такие мужчины, ну, как вот, в наше время просто есть такой тренд, мода, мужчины реально стали как-то моднее, особенно вот молодежь, смотришь на них, все такие в татуировках, такие с накачанными прессами, все в этими прическами, как у известных футбольных звезд. То есть тебе вот как... все-таки, ну, девушки, женщины, тебе вот никогда не привлекают мужчины такого рода? Или все-таки ты можешь оценить мужскую красоту, ухоженность? Я могу сказать, что мне подобається, когда человек ухоженный. Мне подобаються те же самые татуировки, только лишь бы со смаком. Мне подобається, когда он в зале занимается. У меня же хлопец такой. С татуировкой, красиво выглядит, молодой, с банданой. Но тут заходиться в том, что это не было перебільшено. Тобто, чтобы он не только те и робив, сидел біля зеркала больше, чем я, например. От, оце тоді. А коли він ухожений, акуратний, якщо від нього приємно пахне, то чому б і ні? А у тебя на теле есть татуировки? Ні, немає. І ніколи не було бажання зробити? Ну, нема бажання, тому що я просто, ну, може прийти такий період, що ця татуїровка просто мені надоїсть там і... А в принципі, такого бажання ніколи не було. Ну, от, як би, в початку своєї кар'єри ти часто появлялась в своїх відео і на концертах з нарисованою точкою, да, от між глаз. Угу. Ось така восточна, як би, фішечка була. Да. Как би,
периодом каким-то определенным это проходит, и как бы ты уже не акцентируешь вот на... Я понимаю, что вначале как-то нужно было обозначиться, группа, название, Лама, да, то есть есть какая-то восточная... Ну, как це бы... все равно не було побудовано, це не було спеціально продумано. Ні менедж... В мене просто, блін, все так складається з самого початку, що воно само по собі. Можливо, воно довго вимальовувалось, тому що якщо б це був піар-хіт, це там дуже швидко було б це все продумано, і наш проект не готувався б 5 років, так як ми це готували з Віталіком. От, а це от захотілось так. Ну, це було пов'язано в мене із моїм життям. Просто в мене так співпало, що я там з лікарем тібетським познайомилася, який якраз практикував філософію. А у мене був дуже складний період, коли я в Київ переїхала. Депресивний. У всіх буває складний період, коли вони переїжджають в Київ. Да, і я тоже. Тоді навчилася і медитувати. Я дійсно подалась в цю філософію, яка мене в якийсь період врятувала. Там. Зараз я ту медитацію відчуваю в собі, не маю вже потреби там візуально якось прикрашати чи там медитувати далі, тому що маю цю гармонію і можу зараз продовжувати себе в якомусь іншому там ракурсі. А такий вопрос. От зараз ми сидимо з тобою, общаємося, і от я вижу у тебе на шиї висить крестик. Да. То есть ты по вероисповеданию... Я христианка. Я хожу до церкви и молюся. Вот. А как вот, смотри, вот если ты ходишь в церковь, да, вот все-таки вот... Я завжди ходила. Смотри, вот я к чему вопрос веду. Mm-hmm. Обычно, если поговорить с любым вот нашим, например, православным батюшкой, то как бы поклонение каким-то вещам из других культур... А я не поклонялась. Ну, да, вот да, но дело. Это осуждается. И даже вот такое занятие йогой, это восточная философия. Вот мне интересно, как это уживается вот у наших людей, вот у православных, у христиан, уживается вот с увлечением йогой, медитацией, разговорами про карму, чакры и все это остальное. Вот как вот в нашей славянской душе мы вот можем воспринимать все это остальное, но при этом оставаться христианами? От як у тебе лично це відбувається? Вопрос конкретно лично. Ну дивіться, я взагалі не дивлюся на враження там інших людей. Я незалежна від хто що скаже, де я і що я, як я буду робити. Був період в моєму житті, коли мені ця філософія допомогла, яка вона мені була потрібна. Все. Тоді я не розуміла, що там за рахунок молитви, за рахунок там може це допомогти тебе і збагатити внутрішньо, і гармонійно, і так далі. Тепер я розумію, що молитва – це є сила. І зараз це мені допомагає. Тому колись це було в тому житті раніше, а зараз християнство на першому місці. Ви знаєш, от з тих пор, як от у нас... А що батюшка каже, там мене це мало що цікавить. Хорошо, а якщо мало цікавить то, що каже батюшка, зачем тоді ходити в храм? Ведь, как бы, на самом деле, как бы, многие религии в христианстве, можно найти такие строки у самого же Христа, да, что, как бы, ну, где соберутся несколько людей во имя мое, там и есть храм мой. То есть, на самом деле, можно помолиться, в принципе, и в чистом поле. Да, храм має бути, храм має бути отут, от, в душі. В серце, в серці. Це є так, але в період, коли помер мій батько рік тому, мені цього стало недостатньо. Тобто мені треба було чогось більшого, більшої енергії. І я за рахунок того, коли я приходила в храм, коли я замовляла служби от в різних містах, коли я ставила свічки, і за цей рік я зрозуміла, що в мене, ну, тобто в мене настільки зараз сильне спілкування з потойбічним світом, з моїм батьком. От, і що це навіть там філософія тібетська не дала мені того, що зараз є. И мне это потребно. А вот такой вопрос. Смотри, вот при Советском Союзе как бы официальной религии не было. Потом Союз распался, у нас пришла такая свобода, у нас появилось все того, чего не было в Советском Союзе. И различные религиозные течения хлынули к нам, и философии, и маги, врачеватели, целители, Кашпировский, и секс у нас появился, и все так у нас так всего стало много, и джинсы, и жвачки, и все остальное. И вот наших людей, вот именно в этот период, как-то прямо захлынула волна вот этих протестантских церквей, аллилуйя, Jesus, вот эта подача, восточные, все стали такие резко буддистами, кришнаитами. Все. Я как бы не осуждаю людей в их духовных поисках. На самом деле каждый ищет. Ну, просто... это пошуки, да. Да, но просто иногда это похоже на какую-то духовную миграцию. Понимаешь, то есть как будто вот мы не нашли, вот как будто все заморское, заграничное, запретное, далекое. Это все окружено каким-то орелом романтизма. Вот у нас типа все такое отстой средневековый, а вот там вот индусы, они такие просвещенные, бла-бла-бла. А люди, когда приезжают в Индию, смотрят, как у них эти бомжи сидят на улицах и течет по каким-то улицам рекой. А где же вы такие все просвещенные? И как может быть суперпросвещенная страна, в которой издревле были касты? То есть ты родился как бы шудрой, и что ты не делай, да, то ты только в следующей жизни, возможно, ты станешь брахманом или там кштарием. Залежно, как ты себя тут поведешь. То есть получается как бы вот такое раз
разводят, то есть если ты родился шудрой, ты умрешь шудрой в этой жизни. А что там будет в следующей жизни, никто не знает, туда никто не возвращался. И поэтому ты часто, когда копаешь глубже какие-то религии заморские, да, скажем так, то ты как бы понимаешь, что как и в наших религиях, в них есть очень много, как бы так скажем, спорных моментов, о которых можно спорить часами и все остальное. Я вот хотел тебя спросить вот такой вопрос. Как ты считаешь, почему наши люди тянутся вот к заморским этим всем чудесам и религиям, вместо того, чтобы, например, искать какие-то глубинные, исконно наши славянские корни? Ведь до прихода христианства на Русь, до Владимира Великого, ведь мы молились своим богам. У нас же был Сворох, Ярил, у нас был свой древний такой славяно-арийский пантеон богов. Почему люди не хотят вот это копать? Почему им настолько нравится вот эта вот пропиаренная вся движуха с четками, танцами и всем остальным? Ну, це все недосконалість нашого людського тіла, нашого розуму. І чомусь так людина створена, що щось чуже, воно завжди краще, ніж своє. От. А в даному випадку з приводу релігії, мені здається, що багато тут не треба. Просто бути хорошою, доброю, чесною, порядною людиною, робити хороші поступки, дійсно любити один одного ближнього. І це вже є та релігія, це вже є духовність, і воно вже тебе ставить на високий рівень. А секти – це все дуже велике заблудження, яке просто під керівництвом диявола більше, ніж під керівництвом Бога. Тобто в основному там якби пахне все зарабатуванням наліка. І причому, так, вони ж там збирають з людей бідних, вони ж свої зарплати мусять там відстягувати по якихось. Особливо мені подобається, коли, ще коли там денежки скидують, в багатьох церквях, навіть в християнстві є поняття десятини, да, заработала, дай на храм, щоб він существував і все діла. Мені іноді поражають ці історії, коли, по телеку ж люблять розкрутити все так, вау, як там страшно і ужасно, ці секти. И вот эти дела все. Я поссорился с мамой, она меня выгнала из дома. Почему? Потому что она ходила в такую-то церковь или организацию религиозную. И там ей пастор сказал, что ему во сне пришел ангел и сказал, что ты должна взять кредит на такую-то плазму и принести его в наш храм. А мама уже в кредиты 3 взяла, не может брать. И меня сын заставляет брать кредит, чтобы я взял эту плазму и отнес в церковь. А я ей говорю, мама, не тупи. А она, ты против Бога идешь и выгоняет меня из дома. Ууу, как все страшно. Я когда смотрю, я думаю, люди с ума сошли или что? Я пометила, что туда идут одни алкоголики, наркомани, і якісь люди невдоволені, тобто в житті себе не реалізували. От вони шукають, потім десь на вулиці. Да. От людина запила, наприклад, куди? В церкву. Більше нікуди. Ну, да, тільки Ісус спасе тебе від бутилки. А там от якраз їх там загрузять по повній програмі, так як має бути. На деякий час людина виходить, потім зривається і знову по новій. Тобто, виходить, церковь нуждається в грешниках, тому що грешники – це люди, роздираємі своїми страстями, з якими вони не можуть справитися. І да. Стало бути, це більш відомі люди. Тобто, трудно прижитися ведущому чоловіку в церкві. Гораздо легше прижитися відомому. Ти можеш бути овцой в стаді, а мудрий пастор тебе веде на водопой, либо на скотобойню. Це вже зависить від пастора. Хорошо. А ты вот, может быть, более молодые, ранние годы, вот когда у тебя были душевные какие-то духовные поиски, вот ты же говоришь, увлекалась какими-то восточными культурами, и тебе даже в определенный период жизни это помогло. Вот никогда не было желания или были, может, приглашения к тебе вот от каких-то таких организаций, что давай к нам, давай, там, это благодать, ты будешь купаться. Да нет, такого не было, бо я никогда туда не ходила, я никогда с этим вообще не повязана. Оце я кажу, я навіть в церкву не ходила, я просто молилась дома. От сама в своїй душі бо розуміла це, я кажу, після смерті мого батька, хоча я не буду казати, що це після смерті, тому що я тепер чітко розумію, що він просто перейшов з цього світу, бо є контакт, я з ним розмовляю, я навіть траур не ношу, розумієте? Mm-hmm. Для цього не потрібно, в принципі, церква, але церква для мене зараз, це там більше енергетичний процес, якби, спілкування з Богом на якомусь, напевно, більшому рівні. От коли ти ставиш свічку, коли ти замовляєш службу, я просто це зрозуміла тепер по цьому періоду до житті, який в мене зараз є, що в мене набагато все в житті стало краще, гармонійніше. У всьому зараз складається. От раніше такого не було. Причому дуже різко. Хорошо. На цій оптимістичній ноті ми повинні прерватися ненадовго на музикальну паузу, після якої ми продовжимо спілкування з нашою сьогоднішньою гостею. Не переключайтесь. Реп і гості. В програмі «Перепалка».
если есть тема, то времени не жалко. Рэп и гости в программе «Перепалка». Итак, мы снова в студии. Это программа «Перепалка». Напоминаю, что у нас сегодня очень интересный человек. Это певица Лама, с которой мы общаемся на абсолютно разные темы. И, возможно, те вещи, которые наши сегодняшние гости озвучивают в эфире, помогут и вам найти ответы на вопросы, которые вас терзают и интересуют. Такой вопрос к тебе еще, раз мы уже затронули такую вот мистическую сферу. Насколько важна интуиция для творческого человека? Для принятия решений именно касательных его профессиональной деятельности? Вот принять предложение такого клипмейкера, реализовать так песню или не принять, сделать то, либо то. Вот ты в прошлой части нашего диалога озвучила, что твой предпоследний клип, он как бы не был воспринят достаточно тепло твоей конкретной, твоей фанатской аудитории. Но, может быть, он расширил круг аудитории, может быть, новые люди благодаря этому клипу появились, как бы, ну, стали фанатами твоего творчества. Это такой вопрос. И как ты считаешь, как часто... Нет, не как ты считаешь, просто ответь. Как часто в жизни ти довіряєшся своїй інтуїції? Ну, я взагалі довіряла своїй інтуїції ще з дитинства. Якщо б не інтуїція, напевно, можливо, я би не досягла того, що зараз у мене є. Тому що люди, наприклад, там, якщо мислить більше логічно, логіка – це ж такий трошки, скажімо, обмеженість в прийнятті рішень. Тому що ти сприймаєш річ так, як воно є, там біле, чорне, зелене, там от так, так, так і так. А все решта, можливо, там неможливе. Тому я йшла все через неможливе. Я мріяла, я хотіла. Хоча в мене навіть шансів не було раніше вибитись в Івано-Франківську, тому що я звідти. Але я писала, музику, мені всі казали, що в тебе нічого не вийде, що це треба битися в стінку там і її пробивати і так далі. А інші там вже давно забили на це все, ті, хто тільки починали. От, я добивалась, я знаходила людей, яких мені потрібно. Тоді я познайомилася з Віталіком Телезіним, з продюсером, який зараз є. І в мене це вийшло. Але це не за рахунок логіці, це не за рахунок якихось математичних там прорахунків, що треба мені було зустрітися з тим, то робити таку-то музику, щоб якось комусь показати це. Це все просто абсолютно не голова мислила, а просто інтуїція. Робила то, що хотіла. То есть ты слушала свой больше внутренний голос, чем голос так. окружающих? Тому, і там контраст, пем, сперо. Тому що це якраз це мислення воно розширює, настільки ширше робить, і ти можеш набагато чого більше досягнути в цьому житті. Зараз в даному випадку інтуїція є, але плюс є менеджмент, який також логічно там розставляє якесь на свої місця зараз, щоб цей проєкт якби нормально тримати на плаву і правильно його розвивати. Це для цього потрібні також мозги і так далі. Для цього в мене є команда. То есть, получается, вряд ли кто-то даже из твоей команды может сильно повлиять на принятие твоих творческих решений. Я не говорю финансовых, коммерческих, а вот именно творческих. То есть, конкретно репертуара песни, музыки, ніколи. Аранжировки. Ніколи. Якщо мені пісня не подобається, якщо вона мене не пре, це просто всі побачать по моїх очах, по моєму. Ну, я не буду, я не граю ніколи. То есть, ты по жизни, можно сказать, больше ведущий человек, чем ведомый. И даже такое понятие, как тренд, то есть, какое-то течение, то, вот, которое актуальное сейчас, вряд ли на тебя может повлиять. Да, то есть на мене нічого не може, на мене ні мода не впливає, там дивлюся, гоняться. Новий альбом Лама в стилі дабстеп, вау! Ні, да? Ні, має бути просто воно круто зроблено, немає значення, як це зроблено. У мене просто люди, група всі з продюсерським мисленням, ми як сідаємо робити, а взагалі як на концерти їдемо. І це є справжнє, це те, що от знутрі нас дійсно качає, пре і на студії, і на концертах. Mm-hmm. Тому це є справжнє, така музика буде подобатися, а не спеціально продумана якось. Mm-hmm. А вот такой вопрос. Вот так как ты уже выпустила два успешных альбома, да, сейчас вы третий, я так понимаю. Да, третий скоро будет. Да, вот уже масса клипов у тебя выходила, плюс были ротации на канал. То есть можно сказать, что ты уже являешься такой полноценным, как бы полноценной частью украинского, по крайней мере, шоу-бизнеса. Плюс я знаю, что вы гастролируете и в других странах, и все нормально, как бы все встречается, украинский язык. Вот такой вопрос к тебе. Вот за то время, что ты вот уже являешься частью шоу-бизнеса, получала какие-то награды, участвовала в каких-то проектах, вот... вот остались ли те вещи в шоу-бизнесе, которые тебя до сих пор напрягают, и ты не можешь вот отпустить от себя и сказать, ну ладно, раньше когда-то про чего-то бунтовало, там бастовало, что мне не нравилось, хотелось сделать какую-то революцию, а потом с возрастом это прошло, все. А вот все равно есть какие-то вещи, которые, знаешь, такие вот шипы у этого кактуса, которые колят до сих пор? Или ты вот уже как взрослый человек, как уже состоявшийся артист, ты можешь сказать, ой, да ладно, блин, тут программный директор песни не хочет ставить, пошел нафиг, тот-то, ай, иди. То есть вот есть вот, или до сих пор есть какие-то вещи, которые тебя кумарят? Не, ну кумарить багато чого. Саме от коли, от саме з радіо пов'язане, тому що... Надеюсь, я не являюсь причиною этого. Да. Не стріляйте.
Ні, ну в принципі, зараз, от раніше ми коли зробили нашу групу, да, ми про це не думали, про радіо. Формат, не формат. Ми написали пісню «Мені так треба», після чого сказали, що вона не форматна, що не зрозуміло взагалі, на яку станцію ставити, інші боялися. Треті там дивилися, а там може одне радіо поставить, а потім побачить, чи будуть ставити, чи ні. Потім прийшла я там на одне радіо, теж подумала, давай я зараз зроблю революцію, чи це ви таке? Я взагалі прийшла з іншої планети. Потім мені вже почали люди пояснювати, що там всі західні артисти роблять декілька варіантів, конечно, щоб воно було по формату. А це мене так мучило, я готова була всіх повбивати за це. От, потім після того, ну у нас так вийшло, що після «Мені так треба» вийшла пісня «Моє серце», і воно просто, як то кажуть, за каналу. Uh-huh. От, по формату, що взяли всі радіостан, літак теж взяли. От, і воно, це якраз ці пісні принесли популярність. Але це ми взагалі тоді мислили не менеджментські. Ми мислили просто як творчі одиниці, тому що серед нас не було такої команди, нас навіть менеджер, директор, який відповідав там за наші концерти, він теж творча особистість, він зараз знімає кліпи нам. Mm-hmm. От, і ми не мислили мозгами, що треба отак, отак от робити. Через це ми дуже багато провтикали, як то кажуть. Ми собі робили те, що хотіли. Ми коли хотіли, випускали кліп, коли не хотіли, ми його не випускали. І це трошки присадило нашу популярність. А зараз? А зараз ми вже мислимо по-іншому. Але все рівно, ми вже коли випускаємо пісню, ми тоді ми мусимо вже брати до уваги радіо, тому що це мусить бути поп-музика, це мусить бути сингл такий, який поставить, інакше нема смислу просто робити музики. А все решта в альбомі – це... Ну, я не знаю, Led Zeppelin, можливо, скоро альбом буде такий рок-н-рольний. Ми це граємо на концертах, і нам всім дякують за Pink Floyd. А такой вопрос. Я вот слышал, что никогда таких вот глобальных вливаний финансовых со стороны третьих лиц в проект «Лама» как бы не было. Да? Никола не было, никола на це не везло нам. Но такой вопрос, вот как бы, а с вашей стороны были ли когда-нибудь, может быть, попытки удачные, неудачные, решить какие-то вопросы с размещением ваших музыкальных материалов? В медійній среді при помощі денег? Ніколи в житті. Що ніколи ж не возникало таких мислей, що, о, блін, ну не беруть, ну давай йому підмажемо, ми візьмемо. Ну ми раз підмажемо, а потім заставлять нас постійно підмазувати, правильно? Це як в універі, знаєш, а ти преподавав взятку, остальні вже екзамен трайбан не поставить, поки не занесеш. По-перше, і нема звідки ці гроші брати, це ж все своїм трудом зароблялося і вкладалося. Ну, і по-перше, я вам хочу сказати, що нас признали за те, що хороший ну, якби репертуар, музика, і нас просто поважали, і радійні станції, і телебачення, у нас всі кліпи, які крутяться, вони завжди безплатно, нема такого, щоб ми пошляли там. І на радіо так сам. А как то есть относишься к тем людям, которые решают такие вопросы финансовым путем? Ну, я погано до такого ставлюся, тому що вони не дають можливість дійсно... Це рождає корупцію в шоу-бізнесі. Ну, це корупція, це просто нав'язується людям. Люди починають це слухати, і вони тоді не помічають нормальний, якісний продукт. Но от є ж таке поняття? Тому що за рахунок тих, яких ставлять по 5 разів на день, правильно? Да, да. Тоді вони займають більше вже не мають места. Коли ставити, наприклад, нормальний продукт в ефірі. Хорошо, но от є ж таке поняття, як народна любов, і можна исполнителя какого-нибудь, какой-то проект, какую-то дівчачу групу крутить целыми днями, и все равно эти люди не завоевывают аудиторию. То есть да. Все равно они не становятся народными любовными. Да. А есть, которые становятся. Потому что есть какие-то такие развлекательные проекты, которые сделаны как бы от души, и благодаря ротации они все-таки стреляют в людей. То есть получается, что ротация, такая вот активная, агрессивная ротация какого-то произведения в медийном пространстве, это еще не гарантирует 100% как бы результат того, что люди вот присядут и будут песню эту ходить и хором петь. Да, это не гарантирует. Это такие же люди, которых это дратует. Абсолютно. Але воно все рівно не дає можливість нормально прокачати нормальним пісням. Ну, подожди, ну вот те люди, которые являются вот такими вот ведущими рычагами в этой медийной среде, телеканалы, радиостанции, им же нужно зарабатывать чего-то бабки. Ну, вот если, например, тут... с одной рекламы заработать нельзя, почему бы не заработать с каких-то людей, ну, палка которые являются кінця. Бездарными, но зато приносят ловешку, конечно. Ну да, ну вот так вот оно и выходит, что тут, я скільки говорила с программными директорами про це, да? Ну а як ми будемо заробляти гроші? Ну, от вони говорять. А от взагалі таке поняття, як програмний директор. От ти б могла працювати от, програмним директором где-нибудь? Ну, мене б вбили, напевно, на друге. Або моє радіо зразу обанкротилось. Просто вопрос, знаєш чому? От я просто как-то смотрел інтерв'ю одно з Андрієм Хлевнюком, да, от, солістом групи Boombox. І от він говорить, знаєте, як странно буває? От ми записали, коли второй альбом писали, записали на диск 7 пісень, в которой була і «Вахтери», з которой вони рванули. Отнесли по всім радіостанціям, ну, ніфіга не взяли в ефір. Потім проходить полгода, пісня как-то попала в сеть сарафанным радіо, как-то люди все. І потім, как бы, знаєш, її ставлять в ефір радіостанцію, ми приходимо на інтерв'ю, і говорять, чуваки, де ж ви були?
это ж такая крутая песня, вау, все поют, там белые обои, черная посуда. А они говорят, а мы им говорим, так вы же на диске полгода назад приносили, она же там с шестым треком была из семи, там, или там четвертым из пяти. И все, да. То есть получается, вот как так вот? Или у программных директоров не хватает времени перебирать настолько большой материал, или, то есть получается, в такой ситуации иногда непонятно, кто кому диктует вообще. Ну, просто ведуться вже на готово, вони вже коли бачать, що воно працює, тоді вони за це беруться. А отак от розглядіти ще непопулярний продукт, от, ну, ніхто майже так от... А от такий вопрос тобі, смотри, от ви ж являється ваш творчий колектив, ви ж являєтесь как бы і продюсерами повністю того матеріалу, який ви создаєте. Тобто нет ніякого одного главного там чувачка, який б сказав, так, ребята, я придумав, ти машеш рукою здесь, ти на гітарі бричиш там, ти головою трясеш от здесь, от так от все буде, я сказав. Тобто ви як-то, тобто у вас творчий колектив рождається. Но вот когда мы берем продюсеров, теми людьми, которые сами себя называют «я продюсер», вот если мы берем вот наш шоу-бизнес... Ну, залежно, что разумеете под словом «продюсер». Но продюсер не сам продюсер, который создает, а который является как бы директором проекта, который отвечает за стратегию, за какие-то вот прямо ну, глобальные ходы, да, скажем так. Вот у нас часто, я замечаю, появляется такая, как понятие, ну, на Западе оно тоже, наверное, есть, но у нас особенно это чувствуется, как война поколений. Вот есть продюсер, который создал пару успешных проектов, например, какие-то девчачьих групп, да, и ты приходишь к нему с каким-то новым материалом, там, с который может дальше взорвать. И я часто слышу такое от артистов разных. И эти продюсеры уже успешные с какими-то проектами говорят, ой, чувак, это не работает, нашим людям это не надо, people не хавает. Надо вот смотри, уже есть протоптанная дорожка, зачем изобретать велосипед? Берем 5 девок, надеваем в трусы, выходим на сцену, отлично вообще. Что ты тут пришел, здесь рок, рэп, что тут? А потом проходит время, эти люди все равно взрывают, потому что публика хочет разного. Uh-huh. Они не хотят слушать 20 лет подряд группу «Армию», ну, к примеру, дай бог здоровья. Uh-huh. То есть, и получается, вот эта война поколений. А вот на Западе, когда смотришь какие-то самые величайшие альбомы 20 века. Вот, например, когда берешь Майкл Джексон, альбом «Триллер», то большинство композиций было спродюсировано таким уже на то время старым музыкантом, как Куинси Джонс, дай бог ему здоровья. Mm-hmm. Он был трубачом джазовым, он работал все время с Рэя Чарльзом, он делал вообще другую музыку. Вот когда ему уже было под полтинник, он взял этого молодого пацана, они сделали «Триллер», и это было что-то новаторское, это они просто... Ба! То есть как у человека вот, может быть продюсером, если он не хочет экспериментировать, не делать ничего нового, если он хочет идти только по протоптанной дорожке. Вот вы же сами являетесь продюсерами, да? Но ты говоришь, я вот, не, ну, на меня не влияет ни мода, ни тренды, ни все остальное. Но ведь ты не можешь отрицать, что люди хотят всегда нового, и, возможно, и проекту «Лама» когда-нибудь, возможно, потребуется как-то сделать какие-то несвойственные для себя ходы, чтобы как-то вот... Ну, какое-то новое звучание приобрести, что-то такое. Ні, ну звучання в нас постійно змінюється з кожним то, разом. Ви не стоїте на місці? Ми не стоїмо, ми розвиваємо групу абсолютно. У нас звучання, жива група, ми постійно експериментуємо з електронними інструментами. Зараз він, частина альбому взагалі в електронному більше плані, частина альбому також в рок-стайлі. Тому ми експериментуємо, ми не пишемо далі «Моє серце» або «Літак» там і так далі. Ну, а мнення, так як у вас творчий колектив, то есть в этом коллективе, понятно, что ты являешься фронтменом, да, группы, там, фронтвумен группы, ведущим, как бы, человеком, и от тебя зависит многое, наверное, но вот как меняются вкусы людей в этой команде? Чувствуется это как-то меняется? Люди, нет такого, что приходит какой-то чувак из вашей там шайки, да, и говорит там, типа, ребята, что-то меня как-то задрало, что-то мы какие-то вот одно и то же, бэм-мэ, давайте вот как-то вот бэм-мэ, вот так вот в этот раз сделаем. Если такое, это обсуждается, принимается, или все настолько гармонично друг друга понимают и на одной волне находятся, что таких, как бы, вопросов даже не возникает? Я вам хочу сказати, що в нас зараз група дуже гармонійна. В плані ми настільки... Музиканти ж міняються. Музиканти якраз змінилися в ту сторону. Дійсно, помінялись деякі з них музиканти. Що слышав, але... що став групи міняється. Да, на даному випадку залишилися якраз ті музиканти, які є моєю сім'єю. В дорозі. Тобто ми можемо, ну, в нас все разом. Ми скучаємо один за одним, розумієте? Ми коли робимо репетиції, ми від цього отримуємо насолоду. Для цього не потрібно вживати ні наркотики, ні алкоголю ніякого. Ми від цього отримуємо. А раніше були з цим проблеми? Ні, ну не то, що там були всі ці проблеми, ну кожен якісь там свої проблеми. Ну, це проблеми було більше з тим, що не зовсім співпадали там, от були музиканти, да, одні там собі було бажання просто там заробляти гроші, але особливо не займатися там. Тобто якийсь такий ментальний дисонанс. Так, і просто зараз чим добре, що дуже круті музиканти. Вони настільки і гітарист крутий, і бас, і барабани, все, що там має бути. З приводу продюсерства. Знову ж таки, тут немає ніякого диктаторства. Є я, є Віталік Телезін, є Андрій Подолян. Ми разом вирішуємо. З приводу того, там інших продюсерів, які створюють там якісь колективи свої, є продюсери, які дуже чітко відчувають кон'юнктуру. Угу, ну, да. Тобто люди, то, що шакали, які абсолютно навіть
не маючи, от є музикант, да, є якась одиниця, вона ще зовсім не популярна, невідома, але він бачить, що він з цього зліпить. Ну так. Да. Є конкретно. Скульптор. Що ніколи би не подумав. Ну це є люди, які дійсно в них така є жилка на такому професійному рівні, які знають, як це робити. Вопрос тогда такой. Ты только что озвучила такую вещь, как наркотики, бухло и все остальное. Вот у нас, у рэперов, есть определенный целый культ. Вот я, например, сам не курю, не пью, даже пиво. Вообще, респект тебе, уважу. Но я вот часто вижу, что, ты знаешь, вот в последнее время, видно, настолько вот после распада Советского Союза все это нахлынуло, пропаганда всего этого, и что сейчас даже вот в рэпе, вот в нашем отечественном, есть целых два больших течения. Вот есть как бы так, в скобках, типа нарко-рэп, люди, которые планчик, трава, мусора, движ, а есть как бы такие ЗОЖ, ну типа здоровый образ жизни, кто там турник, там будь русским, там славяне, вставайте, не будь быдлом, бла-бла-бла. И вот они спорят постоянно, то есть как бы одни говорят, что не, ну это как бы корни, как это так, не забив косяк, прийти на студию, ну как что-то такое, а другие нет, надо вообще трезвым быть, там накачанным, там на турнике подтягиваться, быть мужиком, все остальное. Как ты сама считаешь, может ли какой-либо допинг, влияющий на сознание, способствовать в творчестве? Это все зависит конкретно от человека, либо все-таки это только разрушает и мешает. И все те люди, которые пытаются сделать из этого культ, это как бы просто люди, которые хотят срубить с этого бабла. Как, в принципе, любой человек, который из чего-либо делает культ. Вот зачем из чего-то делать культ? Мне кажется, что это игра. Ну, потому что много наших музыкантов, да, начитаются биографии разных групп. Ну, и да, мы там да, все да. пили, курили. И, напевно, под этим планом, якось, ну, возможно, у них там, якось, как это называется, свідомість розширювалася, и они могли под этим писать песни, но все равно это якось приходило до того, что они там, кто там в 27 років помирав. Есть клуб 27, ну, Amy Winehouse, Джим Моррісон. Их очень много. Я ж тоді на MTV Music Awards, и помню Amy Winehouse, яка ледве вийшла на сцену. Вона вже тоді була, що її чоловік ловив на руках. Вона не могла ту премію взяти. От. І це ж отлична вокалістка. Прекрасна вокалістка. Але алкоголь, він настільки, це вже переходить в алкоголізм, що людину потім важко врятувати. Особенно женщину п'ючу. Жінку, та. Женщина в этом плані, як-то, мені кажется, слабее. А скільки з них є хороших музикантів, яких потім рятувати важко? Тому мені здається, що це краще в це не входити, тому що коли ти тверезий, можна отримувати отой кайф від життя. Просто треба вміти себе правильно настроїти, гармонію да, поставити. Це має бути особисте життя, правильно знайти, з ким бути, а не терпіти, не йти на якісь компроміси. Це має бути, ну, якщо ти працюєш музикантом, якщо ти в групі, це також має скластися там. І ці моменти, хороші концерти, те, що в тебе виходить після того, воно дає оцей запал. І тоді ти від цього отримуєш кайф і після того туру приїжджаєш і пишеш нові пісні. От я так зрозуміла це. Ну, тому я проти наркотиків, алкоголю. Повністю проти, да? Проти, да. Ну, це прекрасно. Я теж проти. Многі реперы можуть со мною не согласиться в этом плані, но как бы я скажу із свого личного опыта, вот уже больше 3 лет вообще ничего не употребляю. Ну, правильно. И как-то у меня все даже как-то наладилось. Видишь, я сижу, передачу про реп веду на центральной радиостанции, поэтому все как бы хорошо. Хорошо, такой вопрос тогда с допингом в творчестве разобрались. Тогда вопрос такой, вот я, насколько помню, поправь меня, если я ошибаюсь, что вот у группы Лама были прецеденты работы к саундтрекам к фильму. Да. Инди, да, вот вы делали саундтрек. Знаешь, как булыть. Да. А вот такой вопрос. Были ли когда-нибудь предложения, знаешь, так как мы вот опять возвращаясь к тому вопросу про то, что артист должен быть вращаться на 360 градусов, чтобы быть публичным, не сходить с экранов, там, не пропадать из поля зрения. Приходили ли к тебе какие-нибудь предложения актерской работы, сыграть в кино? У тебя просто очень замечательная внешность, такие вот, ну, ты как бы красивая девушка. Были ли какие-то предложения сыграть вот именно в кино, в МИ, в каких-то маленьких? Может, уже есть такие претенденты, просто я про них не знаю. Ні, окрім саундтрека нічого не було. І хоча там, ну, була пропозиція в кіно, але це, як виявилось, якісь серіали незрозумілі, які вимагають там, наприклад, вставати в 4-й чи в 5-й ранку, постійно просиджувати на майданчику, а я там потім розумію, що у мене запис альбому, яка я буду потім ходити після того всього. І, ну, вона якось неадекватна, напевне. А взагалі, приходили ли мислі, коли ми такі, є ли желання пробувати себе іменно в цьому амплуа, або якби ти себе настільки гармонічно чувствуєш іменно певицею, що как бы лезть еще в актерскую какую-то карьеру там. Я от в дитинстві хотіла. От в мене було таке бажання там зніматись в кіно. А зараз я розумію, що так графік трошки плотно забитий, і ти розумієш, просто що там некогда. Не встигаєш, і там думаю. Я вже знаю, що таке зйомки просто фільму, і я знаю, що це дуже це або туди, або сюди.
А как ты относишься к тем артистам, которые пробуют себя в этом амплуа, то есть, может, западным каким-то артистам, которые снимаются в фильмах в эпизодических ролях, там, в каких-то серьезных, там, вот Мадонна режиссером заделалась, там, снимает фильмы. Как ты относишься к этому? То есть, ну, понятно, что если у кого-то это получается, это круто, если не получается, это плохо. Но вот вообще вот, то есть, вот, например, Джастин Тимберлейк ради своей актерской карьеры, там, почти 7 лет не выпускал музыки, хотя до этого там вся Америка, Джастин, мы тебя любим. Ну, сейчас выпустил новый альбом, сразу платиновый стал, то есть все соскучились по нем. Как ты относишься к этим людям? Просто я смотрел такой ролик, в сети есть такой актер Гэри Олдман. Ну, Леон Киллер, помнишь, он плохого полицейского играл, там, в «Пятом элементе» играл мистера Зорга. Да. И вот он, просто здесь такой ролик смешной на Ютубе, где он стоит и обращается не к певцам, а к спортсменам. И он стоит такой с баскетбольным мячом и говорит: «Я Гэри Олдман, я вам известен по таким-то ролям, я всю жизнь там играл, драматургия, там, в театре, все дела, и я профессионал в своем деле. Вы вот там с мячом, там, вы там футболисты, хоккеисты, баскетболисты, вы вот там красавцы на поле. Но когда вы приходите в мой бизнес и начинаете играть в фильмах, только потому что известный футболист, это просто отстой». Он кричит у них в конце, что перестаньте этим заниматься. И так сейчас смешно, в конце мяч кидает в корзину, не попадает. Ну, типа, что я вот не атлет и не лезу в спорт, а вы вот лезете, все снимаетесь в фильмах, там какие-то качки, боксеры. Ну, куда вы лезете все? Вот я так, ну, это с юмором, конечно, юмористический ролик был, но он имеет... Еще в политику лезут, да? Да, да. Ну... Музыканты. А как ты, кстати, к этому относишься? Мне очень интересно. Потому что Руслан у нас был в политике, Святослав Вакарчук, твой любимый. Я слышал, что ты очень хорошо относишься к творчеству Океан Ельзи. В принципе, как и большинство людей в нашей стране, Океан Ельзи... Не, ну я уже, по-моему, здається, передумав. Да, я слышал, что Георгий Делиев из «Маски шоу» был когда-то там депутатом. И, в общем, много артистов у нас, и, естественно, братья Кличко, он, в принципе, старший. То есть есть просто спортсмены и артисты, которые идут в политику. Вот как твое отношение? И приходило ли вам предложение участвовать в всяких политических акциях, предвыборных кампаниях, агитации? Принимали ли вы участие? То есть, ну, как ты к этому относишься? Что, мы не приймали участь ніде. И ни разу не предлагали? Ну, там же платят нормальную ловешку. Я знаю, я слышал просто некоторые гонорары, так как я общаюсь за кулисами на кругах. Для нашей аудитории я не буду их озвучивать радио, потому что меня могут сразу обвинить в клевете, так как я не имею доказательств, кроме тех фраз и слов, которые мне озвучивали люди из узкого закулисного круга. Но, ты знаешь, гонорары меня впечатлили, как простого такого пересічного громадянина. Ну, я вам скажу, що нам це не підходить просто. Ну, ми не підемо за великі гроші грати туди, де не відповідає наше бачення. А якщо ви когда-нибудь ти встретишся з ким-то кандидатом, і він тебе скаже, от так, і так, і так, от я за, ми за добро, короче, от так, і ти, ну, який молодець. Ні, ну, якщо воно співпадає з нашим баченням, там, з приводу країни, якщо це тоді так, якщо мені не стидно буде вийти за цю людину і сказати людям, що от голосуйте, то так, а щоб просто вийти за гроші, якщо ти ненавидиш... Вася лучший, поэтому ми здесь! Та я просто провалилась, напевно, під землю. А в принципі, як я ставлюся до цього, якщо в людини виходить це діло, та, в політиці себе проявити хорошим професійним політиком, хоча це навряд чи це можливо музиканту зразу стати. Ну, у нас, ну, таких подожди, не було. Подожди, подожди, подожди. Вот я приведу тебе пример такой, извини, что перебиваю. Простой тебе приведу пример. Есть такая страна Австрия. Австрия, ну. Был там в этой стране такой вот один маленький мальчик, который с детства любил заниматься спортом. И он стал потом мистер Олимпия и мистер Вселенной. Его зовут Арнольд Шварценеггер. А потом он переехал в Америку и стал голливудской звездой. А после этого он еще стал губернатором самого густонаселенного штата Америки, штата Калифорния. И, а при президенте Рейгане, так он был женат на одной из девушек из клана Кеннеди, он был даже министром культуры. То есть получается, какой-то простой австрийский качок, ну, грубо говоря, стал не только звездой спорта, но и звездой шоу-бизнеса, то есть голливудским актером, известным на весь мир. И еще стал успешным политиком, конечно, президентом он страны не стал Америки, так как он родился в Австрии. Не, ну так и е, так и е. Так прецеденты само... есть. Рональд Рейган был актером, а потом стал два срока президентом США, и при нем как бы и Советский Союз развалили. Холодная война была проиграна. То есть получается, что есть хоть и минимальные, но прецеденты, когда творческий человек, актер, там, да, я сейчас про него Надь забула. Они становились величайшими политическими деятелями. Понятно, что все это управляется за кулисами, братвой? Ну, я больше в нас про Украину, я маю на увазе, что у нас есть еще 30 секунд to мать, да? Да, от, да. Тоже, чувак, він же Джаред і туди, Джаред Лето, да? І знімається, і співає, і що він тільки там не робить. Мультифункціональний. Є такий просто з енергією такою, напевно, він холерик по знаку, от, і напевно так виходить. Але якщо це виходить дійсно професійно і класно, то чому б і ні? А якщо не виходить, просто робляться для того, щоб посвіркати там десь по телевізору, то я проти такого. Я понял. То есть, а у вас все-таки никак не возникало желания, и пока еще ни один из политических лидеров вас как бы не убедил в правильности своих устремлений? Я не знаю, мене просто... Я взагалі аполітична, я не хочу в це влазити, бо не вважаю, що у нас є політика, в принципі, як така. А знаєш... Якщо вона колись буде,
І дійсно прийдуть до влади порядні люди, які дійсно захочуть людям принести добро, а не тільки... А як це можна перевірити? Тільки по прошествию времени. То есть вот те все артисты, которые... знаешь, мне вот интересна была такая штука. Я не то, что там кого-то осуждаю. Все мы люди, дай бог всем здоровья. Просто вот в гостях у меня был Олег Скрипка, и он участвовал уже в оранжевой революции. Да. Он говорит, я тогда пел на баррикадах за свое, за то, чтобы украинскоязычная музыка была больше звучала в эфире. То есть, ну, Ющенко тогда очень красиво все пообещал. И мы там танки, гайдамаки, там мы... Да, я переживала дуже сильно. Это вау, подъем круто. А потом все как бы... и все. И те же самые куча артистов пела за Юлю Владимировну, сердце свое подарила. А когда ее заперли в тюрьму, как-то никто под стенками не стоял, не пел. Там «Вызволяй ты нашу любимую», там все дела. Как-то оп, энтузиазм пропал, а, понимаешь? Достать не запутаю. Ну, может быть, да. Хотя там были уважаемые люди все в кадре, понимаешь? То есть нельзя их... Ну, дай им Бог всем здоровья. Просто вот после этого, после таких прецедентов как-то теряется вера в это все. Хотя, ты знаешь, тот же самый Олег Скрипка мне в интервью сказал, что я считаю так. Лучше не петь за кого-то, а лучше уже, если ты реально хочешь что-то в этой стране изменить, самому пойти в политику. Так как Кличко. Это как-то... Ты, по крайней мере, отвечаешь за себя. Ты не поешь за какого-то человека, да, и потом этот человек исполнил, а ты не ожидал от него такого. А ты уже тоже замаранный. А, тот украл, а ты же за него пел, тоже в шайке, все дела. А когда ты сам идешь в политику... Как ты сам пойдешь в политику? Как ты будешь бороться с этим всем? Для этого треба гроши тоже. Да. Великий капитал, чтобы ты сам мог диктовать и поначалу якось лечь под кого-то, а потом пытаться как-то вылезти. Я не розумію, як можна піти в політику самому. Ну, добре, навіть при всіх твоїх мозгах, розуміння, як це робити, все рівно тебе задавлять, тобі не дадуть просто це зробити. Ну, ти знаєш, на самом деле, как бы, я би не став так на 100% мінорно і пасивно на це діло смотрити. Можливо. Все-таки во всі времена появляються люди, які можуть із самих низов пробитися до самого верха і щось замутити, таку бучу, яка буде помнити потім кілька століть і після його смерті. Наполеон теж, розумієш, як би починав як простий солдат, там полковник, як там було, а потім гей, все як би. Цікаво, якби він на Україні починав, чи був би він Наполеоном. Слушай, от у нас от по поводу нашої країни дуже багато... Дуже дивно, дуже дивно. Песимістичних от цих настроєнь, я от недавно... Ну, ладно, все, не буду протасувати потім. Да. Хорошо, ладно, все, хорошо. Хорошо, так, хорошо. Ми на цій ноті теж прерываємося на небольшу музикальну паузу, після якої ми продовжимо общення з нашою гостею. Не переключайтесь. Реп і гості в програмі «Перепалка». Небо. Бездонное небо над моей головой, и боя разделит вместе с тобою. И если ты не побоишься высоты, я возьму тебя с собой в страну моей мечты. Небо. Закованные не в цепях, а в кредитах на двух языках. Мы шепчем молитвы, передавая за проезд купюры мятые. Ждем, когда же эти цены догонит зарплата, покупая дипломы и права на вождение. Мы проклинаем купивших места в управлении, уставшие от лжи и дешевой рекламы. Мы все равно голосуем, мечтая, что не обманут. Стремимся в Евросоюз и в блок НАТО, но не хотим ссориться с нашим славянским братом. Смотрим тупые шоу, сериалы и дебаты, в которых все правы и все виноваты. Видим, как земляки по липовой визе приватной уезжают на год, чтоб не вернуться обратно, не веря, что хватит жизни, чтобы достичь высоты, превратив эту страну в страну своей мечты. Небо. Бездонное небо над моей головой, его я разделю вместе с тобою. Если ты не боишься высоты, я возьму тебя с собой в страну моей мечты. Небо. Я смотрю на плакат.
плакаты наших лидеров. Там они такие добрые, честные, интересно. Что бы сделал я, оказавшись на их месте? Какие бы законы принял, а на какие наложил бы вето? Чтобы даже мои внуки помнили об этом. Чтобы люди, стоящие за меня на какой-нибудь площади, не потеряли свою веру из-за моих оплошностей. Ведь не раз и не два мы видели с вами, как чужие обещания оставались лишь словами. И я помню эту слабость и отчаяние в глазах, когда легче думать об абортах, чем о сыновьях. И я слышал эти ссоры за кухонным столом, когда люди утверждают то, о чем жалеют потом. И я знаю, матерям не важно, кто там в вышиванке, важно, чтобы на столе был борщ, хлеба, буханка. И чтобы дети собирали не мины, а цветы на лугах и полях страны своей мечты. Небо, бездонное небо над моей головой, его разделю вместе с тобою. Если ты не боишься высоты, я возьму тебя с собой в страну моей мечты. Небо, бездонное небо над моей головой, его разделю вместе с тобою. Если ты не боишься высоты, я возьму тебя с собой в страну моей мечты. Небо, 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 небо. Если есть тема, то времени не жалко. Рэп и гости в программе «Перепалка». Итак, мы снова в студии. Напоминаю, что это программа «Перепалка». Сегодня в гостях у нас очаровательная Лама. И мы с ней обговариваем настолько разные темы. Можем начать про звезды, закончить тибетскими монахами. Но это говорит, что все-таки у нас люди в шоу-бизнесе, которые добиваются определенных высот, они у нас разносторонние, образованные, интересующиеся люди. И это не может не радовать. Теперь вот у нас последняя часть моей программы. Я всегда обычно, она такая самая простая, лайтовая, легкая. Обычно мы обсуждаем творческие планы артиста, что ждет его поклонников в ближайшее время, концерты, съемки клипов, участие в каких-то проектах, все остальное. Поэтому вот сейчас у тебя есть эфирное время, и ты можешь для всей своей фанатской аудитории, которая, может быть, до этого, слушая наш эфир, думали, про что этот чувак грузит нашу бедную любимую певицу. Вот теперь ты можешь наконец-то их обрадовать и рассказать конкретно то, что касается именно твоей профессиональной деятельности, именно проекта «Лама». Что нас ждет в ближайшее время от группы «Лама»? Мы завершуем свой альбом нарешті. Третий альбом. Уже закінчуємо. Скоро буде мастеринг. Робоче название є? Да. Назавжди. Forever. Назавжди. Назавжди. Так, да, от, прогноз такий. Амбіціозно. Як назвеш, так і буде. Да, так і буде. Потім випуск нашого кліпу. Скоро будуть зйомки на наступний сингл. Ми чому затягнули? Тому що хотіли ще один відзняти кліп, ще один сингл в цей альбом помістити. Тобто активна бомбардировка аудиторії новим альбомом, синглами, кліпами почнеться, так розумію, з осені. Ну, швидше всього, що це буде. Лето, ми думали 25 червня випускати, але ми от поїхали в міні-тур трохи і... Все смістилось. На відстані я не могла його доробляти просто. Ну, так вийшло. І це також важливо їздити концертувати, тому що концертів зараз багато. І я розумію, що я без цього... Це приємно слухати, це все-таки найхлібніша частина творчества. Я жити без цього не можу. Я коли зустрічаюся з фанами своєю групою, ми вже сидимо, ми чекаємо цих виступів, щоб ми поїхали от і отримали цей настрій. І того не зовсім склалося з дописом альбому. Потім ми плануємо також тур в підтримку третього альбому, тому у нас знову буде гастрольний графік дуже великий по Україні. Назавжди тур. У мене таке враження, що ми з нього не вилазимо. Назавжди тур, це звучить, як будто прощальний тур Іосифа Кобзона, тому що він вже скільки раз збирався уйти, а їздить вже 20 років в прощальному турі. Я не знаю, але мені так подобається. Я розумію, що в мене закінчився концерт. Великий, типу рок-концерт в великому клубі, де було багато людей. Я така сижу вся. Це ж погода така мокра, просто ну жарко. Я сижу на кріслі, гітарист мій підходить, каже, слухай, ти як Озі Осборн. У мене вже очі тут розмазані, я вся червона, мокра, настільки, що я не розумію, скільки ми відпрацювали. Це настільки кайфово виходить, що в тебе імпровіз виходить під час концерту, не просто запрограмовано, а такий от імпровіз саме з групою, що починаємо щось грати. Тобто джем, те, що ми джемити, потім я стою ще й зупиняю всіх, що там пора продовжувати. Тихо, свої.
Тому всі нехай чекають нашого наступного великого туру по країні. Понял. А кроме вот выхода альбома и выхода сингла и клипа в поддержку, может быть, будут какие-то участия в каких-то телевизионных проектах, конкурсах? Тебя не приглашают журить, что-нибудь такое? У нас, я смотрю, так на телевидении, я сам телек не смотрю особо, но так много всех этих конкурсов, связанных с вокальными какими-то делами. Вот и обычно приглашают в жюри совершенно разных людей, специально, чтобы было, как бы, казалось, что так честно, тот любит больше рок, этот больше тот попсовый. Этот... Вот были бы такие предложения? Или как... Ні, ну такі не були. В нас було дуже багато по різних шоу-програмах. От, ну, переважно в такі програми там запрошують вокалістів спеціальних, професійних таких, що от вони можуть і цей. А, ну, у мене, напевне, я трошки з іншої планети в цьому плані. Є інші шоу, там запрошують, які теж не зовсім вони підходять, тільки час там на це тратиться. А такий вопрос. Тому тільки музикою займаюсь поки що. Ти сказала так немножко з іншої планети, да? А от ты себя чувствуешь вот в шоу-бизнесовой тусовке нашей? Нет. Или ты в стороне? И тебя это не наламывает никогда? Тому я и не участвую, не беру участь, тому что... То есть лама – это так, нечастый якщо гость светских раутов? Якщо бы я там тусувалася, була постійно на виду, там, в такому плані... Со всеми... Ну, да, якби цьомалась зі всіма, можливо, то би там... От, і, ну, це, я думаю, що ще попереду буде все. А, то есть ты не исключаешь такой возможности, что... Ну, це так. То есть, а, ну, иногда возникает желание, вот так вот смотришь, там, случайно, ему сидишь там в отеле, там, в городе на гастролях, врубаешь телек, а там идет передача, тебе показывают какую-то тусовку, какое-то мероприятие, там. Вот у нас там уже вторая проходила ежегодная церемония вручения наград ЮНО. Вот, да, который там вроде там... Ой, меня туда запрошивали. И как, ты не пошла? Я туда не пошла. Ну, я пошел, но ушел там на 40-й минуте после выхода одной артистки на сцену. Что-то мне наломало. Я пошел в другой клуб на концерт. Не, я просто не зрозуміла, чого я там маю бути. Типу, мене ніде не номінували. А, ні в якій номінації. Мене туди запрошують. Ну, как, ну, краще, щоб були тусовочки. Щоб тебе, коли ми взяли там на 3 секунди где-нибудь камера, і коли хто-нибудь пів на сцені, а ти зробив так... Я собі подумала, що нехай краще в мене враження вже після MTV залишиться на червоній доріжці. А... Тому, думаю, не буду собі псувати настрій. Просто, ти знаєш, некоторі артисти приходять на такі мероприятия, даже если їх не то, що не запрошували, а взагалі їх там ніхто видіти не хоче, вони все одно лезуть, чимяться. Є таке, але це вже їхнє діло. Це вже їх діло. Хорошо, то есть, получается, ти можеш прийти на якусь премію, или на якусь церемонію, или на якусь движуху, тільки якщо как бы, тебе є що там делать конкретно. Ну да, якщо тебе просто там номінували, похавати канапе. Смисл. Я і вдома можу це зробити. Хорошо, хорошо. Ну что ж, это, я думаю, у твоих фанатов вызовет еще большую волну к тебе уважения, как бы, что человек как бы обособленный, не парится ни по каким-то вещам. Не, ну насправді, от ты себе уяви цю картину. Йду я по червоній доріжці в Мюнхені, правильно? Зі мною йде група Мьюз, наприклад, Кельниця, Емі Вінхаус, там Black Eyed Peas, там ну, всі, да. Foo Fighters. Мировые звезды. Да, Мадонна, Тимберлейк там. Я понял. Но не, ну, как бы я бы не сказал бы, чтобы это как-то, ну, после такой красной дорожки прямо типа вот... Не, це не те, що я нехтую. Это ж не при... Ні, це не в тому діло. Ну, просто, якщо, я розумію, якщо там мене номінували на якусь премію, тоді мені є смисл туди йти. Я поважаю абсолютно всі наші церемонії і так далі. Просто, ну, в такому випадку воно мені якось не... Ну, некоторые же артисты приходят на такие церемонии не потому, что их номинировали, а для того, чтобы просто показать новое платье. Ну, я, напевно, не стих. Я взагалі не є шопоголік. А, да, то есть ты просто платья, к этому относишься, да? Бренди, це не моє. Ну, для мене основне – це якісна річ, яка мені комфортна, і це не означає, чи вона в тренді зараз, чи не в тренді. Там, мені взагалі рок-н-рол подобається. От, і все. Це мій настрій, але такий душевний, не пов'язаний з наркотою. І а от якщо б прийшло якомусь предложення рекламировать какой-то бренд одежды. Вообще реклама каких-либо товаров. Вот, я понимаю, что табак и алкоголь ты бы вряд ли рекламировал, так как у тебя, да, позиция своя есть по этому поводу. Ну, просто вот, например, обращаются же к разным артистам разные бренды, там, для того, чтобы привлечь их в промо-компанию к какому-то продукту, там, не знаю, мобильный телефон. Ну, это нормальная речь, это абсолютно нормально. То есть ты к этому относишься нормально, да? Да. То есть просто я знаю, что некоторые артисты прямо, ой, как это так, что я-то буду ходить порошок стиральный там рекламировать, я же типа в андеграундный, весь такой четкий, отстой все дела. То есть, ну, хотя с каждым годом как-то расширяется горизонт у многих артистов. Я задаю им такие вопросы, они говорят, ну да, чего нет, нормально, типа, ну. Ну, это нормально, что это выгодно и артисту, и выгодно, например, компании, чему бы нет. Основне, щоб це не було дійсно пов'язано з алкоголем. Там, а ти могла би прорекламувати якийсь продукт, якщо сама його не використовуєш? Ну, якщо він якісний, то да. То есть... Може, я після того і буду використовувати. Якщо сподобається, скільки багато гарних. Я раніше ніколи не пользувався Rolls-Royce, але мені подарили, тепер їжу. Ну, що ж робити?
Я понял. Хорошо, ну что ж, мы разобрались с этим вопросом. Тогда вот у нас в конце программы, по традиции доброй, которая у нас сложилась, пожелания от певицы Ламы для всех слушателей нашей программы. Я думаю, что этот эфир потом в интернете послушают конкретно и твоя фанатская аудитория, и все те, кто слушает мои программы, потому что они слушают рэп и хип-хоп. Твои пожелания всем слушателям, независимо от их музыкальных пристрастий, возраста, пола и всего остального. Какие-нибудь просто вот пожелания от тебя? Ну, я хочу, перш за все, побажати всім слухати якісну музику, програму «Перепалка», тому що тут дійсно хороший професійний ведучий, це я помітила. Бежи, второй раз в ефірі наша програма, я краснію. От, всім бажаю любові, щастя, радості, гармонії в собі, тобто... И справжнего душевного рок-н-ролла. Правда, душевного рок-н-ролла. Ну и я так думаю, что все, кто, кому нравится это творчество, ты можешь уже пожелать увидеться в «Назавжди» туре, да? Да, «Назавжди» в туре. А он когда планируется? Ближе к осени или можете... Больше до осени, после выпуска. А альбом планируется на осень? Ну, планувався на 25 червня, а тепер на швидше всього, що до осені був липень. Тому що літо, все роз'їхались, якби можуть це все пройти не так замічено. Хорошо, все ж, большое спасибо тебе за то, що ти прийшла ко мені в ефір. Вам дякую. Це була програма «Перепалка», наша гостя сьогодні певиця Лама. Я желаю тебе, звісно, теж творчого підйому, завжди оставатися такою ж самобутною, яркою і нікого не слухати, робити все по-своєму. А я так і роблю. Як Френк Сінатра пів, да, I did it my way. Хорошо, а всім слухателям програми «Перепалка», я напоминаю, що ми виходимо на радіо «Шарманка», і потім всі наші випуски, особливо повні, необрізані версії наших програм, ви можете знайти в сіті інтернет на сайті Mixcloud, Facebook, ВКонтакте і на сайті XUA. Всех, как бы, всех, всем желаю добра, мира и услышимся. По традиции завершаю нашу программу нашим любимым рэперским йоу. «Перепалка», рэп и гости.
и гости в программе «Перепалка».